Анивский пожарный спас кошку. Это произошло в Троицком во время отработки очередного вызова. Загорелись пристроенный к дому гараж и хозяйственная пристройка. Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты. Внутри самого дома было сильное задымление. В ходе проведения разведки в одной из комнат обнаружили кошку. Она была жива, но уже практически не дышала. Кошку удалось привести в чувство при помощи средства индивидуальной защиты дыхания. Спасенную передали хозяину. Само возгорание было полностью ликвидировано около 8 часов вечера.